We'll begin. Om Ajnanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhubhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we're reading Mantra 10 of Sri Upanishad. Так мы читаем мантру 10 Шри Шапанишат. Анья-дева-хура-видья-я, ити-су-шру-ра-дира-нам, ена-стад-ви-чак-шак-шире. Read, translation. Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества. Purport. Комментарий. Read one paragraph. One paragraph. В Бхагавад-гите 13.8.12 следующим образом описан путь культивирования знаний. Первое. Необходимо стать безупречным человеком и научиться оказывать должное почтение другим. Второе. Не следует изображать из себя верующего только ради имени и славы. Третье. Не следует приносить беспокойство другим своими действиями, мыслями и словами. Четвертое. Нужно научиться быть терпеливым и не поддаваться ни на чьи провокации. Пятое. Необходимо научиться избегать двуличности в отношениях с другими. Шестое. Человек должен найти истинного духовного учителя, который сможет постепенно привести его к духовному самосознанию, беспрекословно выполнять все указания такого духовного учителя, служить ему и задавать уместные вопросы. Седьмой. Чтобы достичь уровня самосознания, необходимо следовать регулирующим принципам, указанным в богооткровенных писаниях. Восьмой. Нужно неуклонно следовать указаниям богооткровенных писаний. Девятое. Необходимо полностью воздержаться от всего, что может помешать процессу самоосознания. Десятое. Не следует принимать больше того, что необходимо для поддержания тела. Одиннадцатое. Не следует отождествлять себя с физическим телом или считать своей собственностью тех, кто связан с нашим телом родственными узами. Двенадцатое. Всегда нужно помнить о том, что пока у нас будет материальное тело, мы будем обречены на муки рождения, старости, болезни и смерти. Любые наши попытки избавиться от этих страданий материального тела ни к чему не приведут. Самое лучшее — это найти способ вновь обрести свое духовное «я». 13. Не следует привязываться ни к чему, кроме того, что необходимо для духовного прогресса. 14. Не нужно привязываться к жене, детям и дому сильнее, чем рекомендуется в богословенных писаниях. 15. Не следует радоваться или огорчаться из-за того, что представляется нам желательным или нежелательным, зная, что источником этих эмоций является ум. 16. Необходимо стать чистым преданным Верховной Личности Бога Шри Кришны и служить Ему с полной сосредоточенностью. 17. Нужно развивать в себе вкус к уединенной жизни в тихом и спокойном месте, атмосфера которого способствует духовной практике, и избегать людных мест, где собираются материалисты. 18. Нужно стать ученым или философом и изучать духовную науку, осознав, что материальному знанию приходит конец со смертью тела, и что духовное знание является вечным и неизменным. Хари Кришна. All right. So this is from the 13th chapter of the Bhagavad Gita. Lord Krishna is describing different qualities, different qualifications which are required for the culture of knowledge. Итак, здесь
перечисляются качества квалификации, которые Господь Кришна перечисляет в 13 главе Бхагавад-гиты для того, чтобы культивировать знания. So first quality to be a perfect gentleman is proper respect to others. И первое качество это необходимо стать безупречным человеком, джентльменом, научиться оказывать должное почтение другим. So a devotee is recognized by his behavior. Так преданный познается по своему поведению. It is not just putting on the symbols of a devotee, but one must have the proper behavior of the devotee. Мы не просто наносим опознавающие символы на тело, но мы должны вести себя как преданные. We should be able, we should learn to give prop to offer respects to others and not to expect respect for ourselves. Мы должны научиться оказывать должное почтение другим и не ждать почтения, проявления почтения к себе. Of course, this was mentioned by Lord Chaitanya Mahaprabhu in the third verse of the Shikshastika. В третьем стихе Шикшаштики Господь Чайтанья Махапрабху упоминает об этом. So, as devotees, we have a responsibility to represent the tradition by our proper behavior. И как преданный, на нас лежит ответственность представлять традицию должным поведением. If we are reckless or misbehave in our dealings with others, then creates a very bad impression. Если мы ведем себя плохо по отношению к другим, это создает очень плохое впечатление. So especially devotees who go out for book distribution, they must deal very nicely with people. Особенно это касается тех, кто занимается распространением книг. Они должны быть очень хорошо относиться к другим людям, быть любезны. It's easy to make enemies, but it's not easy to make friends. Врагов завести гораздо легче, чем друзей. So if we don't deal nicely with people, we will simply have enemies. Если мы не будем относиться к людям должным образом, мы просто приобретем себе врагов. Живем себе врагов. And enemies will bring a lot of trouble onto our movement. А враги могут причинить очень много беспокойств нашему движению. So we know not everyone respects our movement. Not everyone agrees with our philosophy. We have to expect that. Мы знаем, что не все уважают наше движение и не все согласны с нашей философией. But if we behave nicely with them, then they will respect us. И мы должны быть готовы к этому. Но если мы будем к ним по-доброму относиться, они будут нас уважать. All right, then the second quality. One should not pose himself as a religionist simply for name and fame. Так, следующий, второй пункт. Не следует изображать из себя верующего только ради имени и славы. So a devotee is not interested in getting name and fame. He simply wants to develop love for Krishna. Так, преданного не интересует имя и слава. Он просто хочет развить любовь к Кришне. We don't want to be worshipped. We don't want to have a lot of respect. Rather, we want to offer all respect to others. Мы не хотим, чтобы нас почитали и уважали. Наоборот, мы хотим оказывать почтение другим. But some people, they want to be honored, they want to be glorified, and that's not good for spiritual progress. Некоторые люди хотят, чтобы их прославляли, почитали, но это не
Очень хорошо для духовного прогресса. So we have to be humble and we don't want attention from other people. Мы должны быть смиренными и не ожидать почтения или внимания от других людей. All right, then the third quality, that we shouldn't give trouble to others. Третий пункт, ну что нам не следует приносить беспокойство другим. We must use the actions of our body and our mind and words. We must use them very carefully so that we don't disturb other people. Итак, мы должны использовать свое тело, ум и речь очень осторожно, так, чтобы не причинять беспокойство другим. So it requires control over the mind and senses. Нужно контролировать ум и чувства. If our mind and senses are not controlled, then we'll act in ways which will simply disturb other people and bring anxiety to other people. Если наши умы и чувства не находятся под контролем, то мы будем действовать так, что будем причинять беспокойство другим людям. So as devotees, we want to be very cautious about how other people think of us, how they think about us. И как преданные, мы должны быть очень внимательны к тому, как о нас думают другие люди, что о нас думают другие люди. We want them to think of us as their friends, and we've come to help them. Мы хотим, чтобы они считали нас своими друзьями, которые пришли помочь им. All right, number four. One should learn forbearance even in the face of provocation from others. Четвертое. Нужно научиться быть терпеливым и не поддаваться ни на чьи провокации. So even though other people may give us trouble, we shouldn't think I have to give them trouble back. We shouldn't try to do like that. Даже если кто-то причиняет нам беспокойство, мы не должны думать, что нам нужно причинять им беспокойство в ответ. Rather, we should think, whatever I've done, whatever's happening to me, it's my karma, and let me tolerate it. Let me go on with my devotional service and don't get disturbed. Что бы ни происходило с нами, мы должны проявлять терпение, продолжать свое преданное служение и понимать, что это наша карма. Lord Chaitanya said we should be tolerant like a tree. Господь Чайтанья сказал, мы должны быть смиренны, как дерево. Смиренны, как дерево. So when we take the shelter of the Hare Krishna mantra, then we will become fully tolerant. Если мы примем прибежище у мантры Хари Кришна, мы будем очень терпеливы. Number five, we should be straightforward in dealings with others. We shouldn't try to cheat people or mislead people. И пятый пункт, мы не должны обманывать людей, вводить их в заблуждение. We must be very proper in our dealings. We don't want to be known as cheaters or deceitful people. We should be honest and straightforward. Мы должны быть прямыми в отношениях с другими, избегать двуличности, не обманывать. Right. Number six. The important. We need to have guidance from a spiritual teacher. Шестой пункт. Мы должны найти истинного духовного учителя. So we need to have some spiritual mentor, some guidance. We cannot just act independently and whimsically. We must act under the instructions of an advanced devotee.
Итак, мы должны быть под руководством, не должны действовать по своему усмотрению или независимо. Нам нужно получить руководство духовного учителя. And the system of serving a spiritual master is by submitting ourselves first to them and then inquiring from them. И система служения духовному учителю — это прежде всего вручить себя ему и затем служить. And then rendering service. Вопрошать у него, прошу прощения, вопрошать у него и затем служить ему. So the relationship with the spiritual teacher is very important for our spiritual progress. Отношения с духовным учителем очень важны для духовного прогресса. Number seven. We have to follow the regulative principles in the scriptures. Пункт. Нам нужно следовать регулирующим принципам, которые указаны в богооткровенных писаниях. So there are many instructions in the scriptures. And it's our duty to follow these teachings. Итак, в богооткровенных писаниях очень много наставлений, и мы обязаны следовать этим наставлениям. Just like in the scriptures, it says you have to chant the holy name, so we have to chant. В писаниях говорится, что мы должны воспевать святые имена, поэтому мы должны их воспевать. The scriptures say we should offer everything to Krishna. So we should offer. Писание говорится, что мы должны все предлагать Кришне, поэтому должны все предлагать. Number eight. We must be fixed in the teachings of the scriptures. Восьмой пункт. Мы должны неуклонно следовать указаниям богооткровенных писаний. Number nine. One should stop all things which are not in relationship to self-realization. Девятый. Необходимо полностью воздержаться от всего, что может помешать процессу самосознания. So some things are good for us, for self-realization, and some things are very harmful for us. Итак, что-то хорошо для самосознания, но что-то может помешать ему. What is good for us? Well, good for us is chanting Hare Krishna and associating with devotees. Что хорошо, это воспевать Хари Кришна и общаться с преданными. And what is not good for us? Well, that is association with non-devotees. That is not good for us. Не является хорошим общение с непреданными. Also things like intoxication and illicit sex, these things are very harmful for our spiritual progress. Такие вещи, как интоксикация, незаконный секс, являются губительными для нашего духовного прогресса. Number 10. One should not accept more than he requires. For the maintenance of the body. Десятый пункт. Не следует принимать больше того, что необходимо для поддержания тела. Yes, we know we're not the body, but we have to take care of the body. So we have to do things like eat and sleep. Конечно, мы знаем, что мы не тело, но мы должны поддерживать это тело. Нам приходится есть и спать. Но мы не едим слишком много, мы не спим слишком много. We want to minimize the demands of the body. We want to reduce all these things. Мы хотим сократить все эти вещи, уменьшить потребности тела. So don't eat too much, don't eat too little. Eat
What do you need to maintain your health? Итак, не ешьте слишком много и слишком мало. Ешьте столько, чтобы помогло, сколько помогает вам поддержать ваше тело. And similarly, the same with sleeping. Get some rest. Don't try to go without rest. You have to sleep. You have to get some rest. But don't take too much rest. И то же самое касается сна. Отдыхайте. Не живите без отдыха, но в то же время не надо слишком много отдыхать. Don't accumulate too much in the way of clothing and shoes and material luxuries. Try to minimize all these things. Не старайтесь накапливать драгоценности, вещи, старайтесь минимизировать все это. Try to keep ourselves simple. That's a mode of goodness. Старайтесь жить в гуне благости, просто. So all of these things are mentioned in the Bhagavad Gita in this 13th chapter. They're different items of knowledge. Все эти вещи указаны в Бхагавад-гите в 13 главе, это составляющие знания. So I want to start taking questions now. А сейчас мы послушаем, есть ли вопросы. Because I don't have a lot of time today, I have to finish early. So we'll take some questions. Я вынужден закончить раньше сегодня, мне не слишком много времени, поэтому перейдем к вопросам. Преден, есть вопросы у кого-то? Hare Krishna, I have a question, Gurudev. Please accept humble obeisances of Guru Srila Prabhupada. Gurudev, how to behave if we are glorified by devotees, for example? Ruski. Yes, Gurudev. Как вести себя, если нас прославляют, например, преданные прославляют? We have to offer that credit to our own spiritual master. We think that I'm whatever I have is by the grace of my spiritual teacher. Когда нас прославляют, мы должны все это передать духовному учителю и понимать, что все, что ко мне приходит, все, чем я обладаю, все по милости духовного учителя. Whatever I have, it's only by the grace of the spiritual teacher. So we offer the credit to the spiritual teacher. But все, что у меня есть, приходит ко мне по милости духовного учителя. Поэтому мы все должны предлагать ему. Okay. Next question, Guru Maharaj. Huh? Next question. Yeah. Следующий вопрос, Табачарана Прабу. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Мы должны по-доброму относиться к тем, кто агрессивно нападает на нас. Но это не всегда работает. Порой это просто разжигает агрессию оппонента. Ведь он считает это слабостью и начинает себя вести еще более агрессивно. То есть помнит нападение на преданных на Ростове-на-Дону. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Это вопрос, да, Бхачаран Прабу? Правильно я поняла? Хари Кришна, да, это вопрос. Причем там нападение было очень жесткое. Там преданных избивали, резали там... Ну, не знаю, что там стало с этим одним преданным, который вообще переломы получил. Ну, Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. This is the question from Abhay Charan Prabhu. We must be kind towards those who are aggressive towards us. But it doesn't work every time. Sometimes such people become more aggressive because they think that we are weak and they behave more aggressively. We have an example when devotees were attacked and it was they were injured. It was in the one Russian city. Yes, but still, as devotees, there's a certain standard which we have to live by.
And we have to be tolerant, and we don't, while we do want to look after ourselves, you know, we don't just stand by and let people hit us, you know, we can move, we can just keep away from them, keep a distance from them. Конечно, есть определенные стандарты поведения для преданных. Преданные должны быть терпеливыми. Но, с другой стороны, мы не можем просто стоять и смотреть, когда кто-то проявляет агрессию. Мы должны избежать этого. Например, отдалиться, отстраниться как-то, уйти от агрессора. We know some people are very much against us and the enemy. So we just avoid them and keep out of their way. We don't want to disturb them. Если кто-то агрессивно, враждебно настроен, то мы стараемся избегать их. Не причинять им большего беспокойства. Yes. These kind of challenges are always going to be there. People will come and sometimes they'll be very nasty to us and give us, even attack us. But you have to consider the situation. What are you able to do? You know, if you fight back, generally, if you fight back, if you give people trouble, if people attack you and you fight back, then generally they'll come with greater force and give you more trouble. Так, сейчас минутку. Да, мы понимаем, что такое случается. На преданных нападают, иногда очень невыносимо, ну, относятся, сложно терпеть, да, отвратительное отношение к преданным порой бывает. Но мы должны действовать согласно ситуации. Вы должны оценить ситуацию. Что вы можете сделать в данном случае? Если вы ответите на эту атаку, да, ответно, то это может вызвать еще большую агрессию, и они будут, так сказать, драться с еще большим остервенением. So it's better just to tolerate rather than to go on fighting, you know, and then the whole situation just becomes more and more passionate and more a bigger disturbance. But if somehow if you're able to tolerate and just keep away from people like that, then it will be better. Конечно, мы лучше терпеливо к этому относиться, не стараться не вовлекаться в драку или в такого рода агрессию, потому что это только больше беспокойств принесет. А держаться подальше, стараться не делать этого. In the Christian Bible, it teaches that if somebody hits you on one side of the face, you should turn your face and let them hit you on the other side. В Библии говорится, что если вас ударили по правой щеке, ну, по щеке, то вам нужно поставить вторую. And we saw Lord Jesus, how he tolerated people, even they crucified him. But he said, Father, just please forgive them. They don't know what they're doing. И мы видим, как Господь Иисус Христос, Он терпел и был терпелив к тем, кто распинал Его и говорил отсюда, пожалуйста, прости их, они не ведут, что творят. So tolerance is always encouraged, even in the face of adversity, even where we are attacked by other people, we should learn to tolerate. Так, терпение всегда поощряется. Даже если нас атакуют или нападают, мы должны учиться терпеть. Doesn't matter what other people think about you. The important, we have our own principles. We shouldn't sacrifice our principles for them. Не важно, что думают о нас другие люди, у нас есть свои принципы, и мы не должны жертвовать принципами ради других людей. So Prabhupada one time, he was in the airplane with some men, and what happened, one man was smoking cigarettes,
And so they complained, the devotees said, complained to the stewardess, and the stewardess told him that he couldn't smoke, you have to put the cigarette out. Однажды Прабхупада летел в самолете, и рядом с ним сидел человек, который курил. И преданный пожаловал стюардессе, чтобы он затушил сигарету. So he put the cigarette out, but after a few minutes, then he lit it up again, started smoking again. Он затушил сигарету, но через несколько минут он снова поджег и стал снова курить. So the devotee who was with Prabhupada, Prabhupada's secretary, got very angry. And he got up and he was going to go over there and have a big fight with the man. Преданный, который был с Прабхупадой, его секретарь, он очень разозлился и был готов уже пойти поругаться с этим человеком. But Prabhupada grabbed him. Prabhupada stopped him and said, "If you cannot tolerate, then what is the difference between them and you?" Но Прабхупада остановил его и сказал, "Если ты не можешь терпеть, тогда в чем разница между тобой и им?" All right, you understand? Этот момент понятен, Ачаран? Hare Krishna, Guru Maharaj, да, я понимаю, но как, например, быть вот ситуация, идут Прабху и Матаджи распространять книгу, окружает 2-3 человека, 2 человека зажимают Прабху, и один человек начинает отбирать книги у Матаджи, избивать, срывать с нее одежду. Мы должны смотреть на это? Yes, Guru Maharaj, I got that, but how to be in the situation when, for example, Prabhu and Mataji, they go for book distribution and they become surrounded by three people and they start grabbing their books, hit Mataji's and take off their clothes. What should we do? Just stand and watch? Причем надеяться на окружающих не стоит, потому что обычно окружающие в это время включают видеокамеры, а полиция приходит уже тогда, когда все закончилось. And we also cannot rely on surrounding people, because they usually do not try not to interfere in such events, and they just switch on their phones, video, and try to make video. And police came. Also come, police usually comes when everything is finished. Yes, well, certainly we have a duty to defend other devotees. If other devotees are being attacked, then it's our duty to defend them and help them. Конечно, это наш долг, наша обязанность защищать других преданных. We don't just stand by and watch other people being beaten. It's our duty to come forward and try to help our protect our devotees. Мы не должны стоять и смотреть, как избивают или издеваются над другими преданными. Это наша обязанность защитить их. Okay. Hare Krishna. Next question, Guru Maharaj. Yes. Матаджи Анастасия. Ваш вопрос. Да, Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мой поклон и смиренный, все слава Шрили Прабхупаде. Я вот хотела спросить, мы сейчас читали, там говорилось, что мы, преданные, должны быть в дружеских отношениях, и чтобы люди с нами, ну, как бы считали нас друзьями, когда мы проповедуем. И вот у меня такая, как сказать, проблема, я когда начинаю проповедовать, у меня такой тон появляется назидательный, ну, как будто бы так вот, и, ну, некоторые люди так воспринимают, что я, ну, как-то, как, агрессивно это воспринимают. Как вот избавиться от такого назидательного тона, ну, вот как-то возникает так он. Хари Кришна. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. We have just read that we should try to be friendly to other people for them to consider us as their friends.
But I've got one problem. When I try to preach to others, my voice changes, and people feel some mentor notes in it as I'm trying to teach them something. How can I get rid of such a kind of a habit or quality of my voice? Well, I don't understand really what you mean. What happens to your voice when you try to speak? When she tries to speak, she speaks not so very kind, but as a mentor. And people do not accept her as a friend. So as she says, like she's trying to teach them something. Well, before she tries to teach them something, first of all, she should try to be friends with them. Но прежде всего, прежде чем научить их чему-то, да, вы должны постараться стать им другом, им друзьями. If you try to teach, you're trying to put your, that means you're trying to be somebody above them, so naturally they will not like it. Но когда вы стараетесь, вернее, когда у вас выходит так, что вы стараетесь быть выше и тому, кто проповедуете, это не воспринимается ими очень хорошо. Они не любят это. You have to show them that you just want to be a friend. Вы должны показать им, что вы хотите стать им другом. And your actions, your behavior, your dealings with them, they should all be done with love, not that you're just trying to instruct them. Don't just try to give instructions. И ваши действия, все, что вы говорите или делаете, должно быть с любовью. Не старайтесь давать им наставления. Give them prasada. Let them eat prasada. Make them. Just by eating prasada, they can develop faith. Кормите их просадом. Просто почитая просад, они могут развить веру. Окей. Okay. Понятно, мы просто. Да, спасибо, говорю. Да, да. Харе Кришна. Thank you very much, Гуру Махарадж. Спасибо. Thank you very much. Матча Хладини. Угу. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я вот хотела немножко уточнить. Следующему вопросу, да, свой вопрос получится. Вот сейчас Гуру Махарадж сказал, что нам нужно стать другом. Вот. Это происходит как-то, ну, силой воли, что я себя контролирую и себе как бы такое наставление даю. Ты сейчас друг. Вот. Потому что если вот эта природа, она есть, что тебе нужно кого-то там поучить, то... Это силой воли нам нужно как-то преодолеть это, да? Понятно. Ага, сейчас попробуем. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Thank you for your lecture. As I said, my humble obeisances. I just want to clarify something for the previous question. You have told that we should become friends. So how is if I understood right, that we should control this. For example, if I have some tense to teach others, should I give the instructions to myself that now I'm becoming their friends? So I should control myself and try to behave like a friend with other people. Yes. You should definitely, you should try to control yourself and try to make friendly relationships with people. Да, определенно. Вы должны стараться контролировать себя и установить дружеские отношения с людьми. People should think that you're a very nice person, that you're very cordial, you're friendly, you're polite with them, you behave properly. Люди должны думать, что вы очень душевные,
очень хороший человек. И хорошо ведете по отношению к себе. Ведете себя очень хорошо по отношению к ним. You don't want to be a greedy person. You don't want to be nasty and angry. Вы не хотите показаться отвратительным, жадным. So yeah, you have to relate to people properly. Try to make some nice friends with people. Making friends, our movement is for that. Да, мы должны относиться к людям должным образом. Наше движение это старается быть дружелюбным. People should think, oh, the Hare Krishna people, they're so nice people. They're good people. Люди должны думать, люди Хари Кришна, они такие хорошие. So I said it's easy to make enemies. It's not easy to make friends. Я говорил, что врагов нажить легко, но нелегко завести друзей. Is this a surprise to you, Mataji, Ladini? Is this a surprise? You didn't know that? Это удивило вас? Вы этого не знали? Знала, но забыла. I knew that, but I have forgotten. She had forgotten. She knew, but she had forgotten about that. She knew that, but she forgot. Okay, so I'm reminding you. Вот я вам напоминаю. Next question. Yes. Следующий вопрос, ваше позволение. Сколько у нас времени, потому что... Давайте просто Анастасия Матаджи задаст вопрос, а потом Владимир Матаджи, если будет время, вы еще тогда зададите, окей? Потому что еще в чате он появился вопрос. Хари Кришна. Хари Кришна, благодарю вас. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, преданные, примите мои смиренные поклоны. У меня вот вопрос. Сегодня говорили о том, что нужно регулировать. Не есть много и немного спать. А вот как быть, когда у нас очень поздно заканчиваются программы и пиры поздно уже, в 8 вечера, и вот был пир на Джанмаштами в 12 ночи. То есть лучше как сделать? Пойти спать и зернышко риса скушать и встать тогда бодрым утром, чтобы почитать джапу и уделить Кришне время, да? Либо все-таки вместе с преданными почитать прасад, как бы почувствовать вкус, ну, праздника, я не знаю, вот у меня все время сложности с этим возникают, потому что если ты наелся, то утром в сонном состоянии будешь читать джапу. Who is this Mataji? Анастасия Кондратьева. Анастасия, вы... Да-да. А? From Владивосток. Okay. Владивосток, yeah. Владивосток, да-да. Okay. Кришна Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. We were talking that we shouldn't eat too much or sleep too much. And what shall we do when we have festivals, for example, Janmashtami, and the feast, for example, yesterday, the feast or the day before yesterday was at 12 at night. What shall we do? For example, have a seed of rice and go to sleep and get up early to chant our mantra, or to stay with the devotees on a prasadam. But we know that if we eat too much, too late, we will
It will be bad for our japa in the morning. Yes. Well, yeah, you shouldn't eat too much at night. Usually, like when we fast till midnight, you don't need to take a lot of prasadam. You just break your fast, take some light food. It's when we break fast at midnight, it should be ekadasi prasadam. It should be some simple light food, like some fruit and some boiled sabjis. Ну, не надо наедаться поздно. Если у нас во время фестиваля мы постимся до 12, то потом мы должны распаститься, что-то принять не очень много. Легкий просад должен быть, экадышный. Какие-то фрукты, сабджи, овощи. Yeah, you have to think about your sadhana. You want to be able to get up the next day and chant nicely. Да, нужно думать о садхане, нужно думать о том, чтобы не встать поздно и брать все круги на следующий день. Окей, okay. Yes. Да, хорошо. С этим... Uh-huh. Yes, thank you very much, Гурудев. Have we more time? Have we time for one more question? Yeah. Ну, у нас еще вроде как есть время для вопроса. Кто-то хотел? Матри Хладини? Матри Хладини хотела еще, да, вопрос задать? Да, давайте тогда спасибо большое за такую возможность. Вот я хотела уточнить вопрос про общение и про наших детей. Я поднимала тему не раз, что наша обязанность как родителей это сделать привлекательным сознание Кришны для детей. Я хотела уточнить, если наши дети общаются с непреданными там, в школе, на секциях, вот, то как дома пересилить это влияние, особенно когда начинается подростковый период, когда ребенок от родителей немножко как отделяется, вот, и как вот дома пересилить влияние то, которое ребенок получает дома, например, и храма, да? Вот. Сейчас, минутку. One more question from Khaladini Mataji. We have talked a lot about communication, and we know that we should make Krishna consciousness attractive for our children. And what to do if our children, they communicate with non-devotees at school, in the street? How can we counteract this influence at home? How can they counteract this influence of non-devotional, of communication with non-devotees, especially when a child is a teenager? Yes, it's a difficult time for children, and it's more difficult for the parents to bring them up. The parents want to bring up the child one way, and the child wants to go another way. Да, это трудное время для детей, и еще труднее это время является для родителей, потому что ребенок хочет делать одно, а родители хотят, чтобы воспитывать его по-другому, в другом ключе. So if the child is dependent on you, if the child is still going to school and being educated and still young, then they should be obedient to you. Если ребенок зависит от вас, если он ходит в школу, обучается, то он должен вам подчиняться. Because you're providing for the child, so the child should do what you say, and they should not bring any bad things into the home. They shouldn't be smoking. You don't want them to smoke or drink. You don't want them to be wasting their time watching mundane movies. You try to control these things.
так как вы обеспечиваете ребенка всем необходимым, то он должен делать то, что вы говорите ему. Не тащите всякую гадость домой, там, сигареты, выпивку. Не тратить также время на просмотр мирских фильмов. Вы должны контролировать эти моменты. Of course, you have to present these things in a nice way to the child. You don't want to be passionate and yelling and screaming and shouting. You don't want to force, but you do want to convince them by proper logic, by explaining the situation to them nicely. Конечно, мы не должны принуждать их криком, кричать на них, там, ругаться. Мы должны объяснить им, показать им логику, убедить их без какой-то ругани, потому что спокойно объясняя им, убедить их в этом, потому что это необходимо. Приятно это преподносить. Hare Krishna. Yes. Матч Хладини. Вам слышно было? Да, мне слышно. Спасибо большое, Hare Krishna. Thank you, Гуру Махарадж. Так. Похоже, вопросов нет. Есть еще от Александра Прабу и еще от Анастасии Кондратьевой вопрос есть. Александр Прабу, давайте вы еще не спрашивали сегодня. Гурудев, we have some more questions if you have time. Okay. Ага. Александр Прабу. Hare Krishna, ваше святейшество, пожалуйста, примите мои поклоны. Вы сейчас затронули воспитание детей, и вот у семей преданных есть, дети, они, как я понимаю, видят пример родителей. То есть если родители кого-то слушаются, то тогда они тоже послушны. Допустим, вот в семье отец, там жена слушается мужа, дети слушаются мать, а вот сам глава семьи, этот муж, поклоняется он алтарю, но ведь он как бы явно кого-то так вот в семье не слушается. То есть как вот родители, дети будут видеть этот пример послушания? То есть как это должно быть в вайшнавских семьях? Вот это вот послушание со стороны родителей, в смысле как вот отца, что он тоже как послушный, что он кого-то слушается. Хорошо. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. We talk about the bringing up the children, but in these families of devotees, the children see the example of their parents. For example, the wife, she follows the instructions of her husband, and the children naturally listen to their mother, for example. But how can they see, how can the children see that their father also follows someone? For example, he can worship the altar, but if mother listens to her husband, the children can see that, but they usually don't see that their father listens to someone. How should be this shown to the children at this point? From the father. You mean the father's not a devotee. Mother's a devotee, but father's not a devotee family, the family of the devotee. But naturally, the wife listens to her husband, and the children can see that. And the father, he also listens to someone, but the children don't see that. Of course, he has spiritual master, maybe, but in family, children usually don't observe this
vividly, maybe. How can we show the children that their father is also following someone? Well, the father himself has to explain, has to, tell that to the children. The father himself Ну, отец сам должен объяснять детям, что он тоже следует кому-то, следует чьим-то наставлениям. If the father is also devoted, then he should express that to the children. Если отец тоже преданный, он должен это показать детям, объяснить. It's fortunate if the father is a devotee. It's a great blessing for the family. If both the mother and father are devotees, then it's very nice. Для семьи это большое благословение, когда отец и мать являются преданными. Это очень хорошо. And the father needs to express himself, tell the children that he is also father, he is also a devotee, he is also worshiping. Отец должен объяснять детям, что он также преданный, он также поклоняется. Я почему спрашиваю, потому что обычно, ну, помимо слов, еще какое-то должно быть внешнее действие. И вот внешне, допустим, видно, что, ну, мать служит там детям, служит там мужу, если она. А как они увидят, что глава семьи, что он служит там семье, служит там детям? Как они это увидят, если ему все служат? I'm asking because beside the words, for example, the father tells their children that he's following someone, following spiritual master. They need some to see something because they can see that mother serves them, serves their husband. How can they see that their father does not accept worshiping or service, but also serves. Well, if the father goes, if they go together to the temple, or if they do worship at home, they have an altar at home, then they can they do arti together, and they have kirtan together. Но если они ходят вместе в храм, у них есть дома алтарь. Они служат алтарю, они вместе поют арати, вместе поют киртан. The family which prays together will stay together. Семья, которая молится вместе, она остается вместе. Окей. Кришна сам того. Ну, то есть получается, ребенок видит, что муж, он поклоняется алтарю, Кришне, то есть он, что вот, ну, в таком взаимодействии они могут увидеть это визуально. So, does it mean that if the children see that their father worshiping the deities, the altar, they can such they can understand that he follows someone's instructions. He's yeah. also down. Да, Александр. Hare Krishna. Thank you very much. Есть еще вопросы преданные? Анастасия, хотела еще, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот у меня
получилась такая ситуация. Я договорилась с родителями, они меня отпустили в храм в Владивосток послужить, так скажем. А сами остались с моей дочкой, которой 2 года. И потом дочь, когда я уехала в Владивосток, она приболела. Ну, то есть кашель начался. И вот у меня вопрос, какой выбор я должна сделать, ну, как правильно поступать в дальнейшем, чтобы не понимать. То есть мне мама позвонила и говорит, срочно возвращайся, ну, домой. А мне очень хотелось побыть и послужить на кухне, и плюс я играла в спектакли. И вот такая ситуация тревожная была. И вот как в дальнейшем правильно делать выбор? То есть мой долг перед дочерью, либо вот, вот как вот здесь быть? Гуру Махарадж, my parents, they let me to go to Vladivostok to serve in the temple, and they stay with my 2-year-old daughter. And when I was in Vladivostok, she got ill, she had some cough. And my mother called me and asked to come back. What choice should I have done? To go back or to stay in Vladivostok and continue my service? Because I really wanted to serve in the kitchen, and I also took a part in a play. What should I do next time? Well, which was the duty? You have to consider how serious is her illness. Is it really serious? Is she, or is it just a mild cough? You have to, if your mother's calling you to come back, then I guess you have to go back. But you have to consider, was it a serious illness or not? If it's not very serious, then you know you didn't need to go. Ну, нужно прежде всего решить, насколько серьезна эта болезнь. Если это просто кашель, и ваша мама позвонила и сказала, что вот она должна, наверное, вернуться, вам нужно понять, серьезна эта болезнь или нет. Можете ли вы продолжить служение? Yeah, you have a child. You have to take care of your child. Да, у вас есть ребенок, и вам нужно заботиться о нем. Может быть, лучше не оставлять тогда с родителями. Они могли ее кормить мясом, и, ну, на фоне этого. Maybe I shouldn't have left my children with my parents, because I think they could have given her some meat. Yeah, well, that's a serious problem. Да, вот это серьезная проблема. Yeah, you definitely shouldn't have done that. Такого лучше не делать. Что не делать? Да, ну, в итоге не, она не сильно приболела, это был, ну, как больше такое что-то простудное, и папа мой сказал, что все хорошо, мы справимся, и, ну, я осталась уже в храме, как бы помолилась, и папа потом сказал, что мы справимся. And it turned out that it wasn't very serious. It was just a cold. She just got a cold. And her father, Anastasia's father, told that they will be equal to the situation. And she could stay in the temple and continue her service. Okay. Хорошо. All right. Yeah. Okay. I think I have to stop here now. Сейчас мы остановимся. Hi, there's no question. Thank you very much, Guru Maharaj. Okay, thank you very much for translation. Thank the devotees. I hope you had a nice Janmashtami and Prabhupada Vyasa Puja. And I hope everything will go well there in the next week. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо большое, преданное. На следующей неделе. Хари Кришна, всем большое спасибо. Спасибо, Хари Кришна.